Что такое персональные данные и почему их нужно защищать? Сегодня для школьников провели урок «Цифры. Ликбез по правилам поведения в сети». Дети, как и взрослые, часто сталкиваются с киберпреступлениями. Подробнее Александр Потенихин. Школьникам рассказывают, как вести себя в цифровом пространстве. Глобальный доступ к информации может обернуться неприятностями. Наткнуться на мошенника в интернете сейчас очень просто. Киберпреступления происходят все чаще. Урок цифр – это прежде всего донесение, понимание, что какие данные являются персональными, своими. И что такое приватность? Приватность – это право на сохранение этих данных, в том числе и в интернете. И где эта грань между, скажем, дружеской фотографии и, ну, скажем так, опасностью для ребенка. Это различные виды там буллинга, травли, да, там мошенничества. Мошенники атакуют и взрослых, и школьников. Бывали случаи, когда звонили из банка, просили данные по карте. Киберпреступников сейчас очень много. Они пользуются невнимательностью пользователей интернета, требуют данные личные и реквизиты карты. Урок «Цифры» – это большой федеральный проект, занятия разного уровня сложности. Одни рассчитаны на начальную школу, другие – для старшеклассников. На деле школьники знают о безопасности в сети ничуть не меньше взрослых. Многие лучше родителей разбираются в гаджетах и чаще ими пользуются. Но зачастую не понимают серьезности угрозы. В любом случае, не все, потому что не все этим интересуются. Да и к тому же, многие считают себя знатоками, но на самом деле им не помешает еще информация, чтобы действительно не сделать ошибок и правильно вести себя в интернете. Проверить свои знания о безопасности в сети могут и взрослые. Это легко сделать самостоятельно на сайте урокцифры.рф. Александр Потенихин и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.